Турция стремится к дружественным связям и углублению сотрудничества со всеми государствами, в особенности в регионе. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам парламентской фракции правящей партии «Справедливости и развития» в Анкаре. По словам политика, приоритетом Турции в межгосударственных отношениях остаются общность интересов и взаимное уважение. Президент также напомнил, что в последний период Анкара предприняла важные шаги по углублению связей со странами региона и международными структурами. Мы стремимся увеличить число друзей Турции в мире. Добрая воля, решимость и искренность внешней политики Анкары не подлежат сомнению. Турция не отвергает ни одну из протянутых рук. Турция намерена и далее наращивать шаги с целью расширения возможностей для маневрирования в условиях растущих угроз безопасности. Анкара предпринимает значительные шаги для стабилизации ситуации в регионе, борясь с угрозами со стороны вооруженных группировок и способствуя созданию зон мира и процветания. Турция не только заботится о своей национальной безопасности, но и активно содействует укреплению стабильности в соседних странах. Сотрудничество с международными партнерами и стратегические отношения с такими государствами, как Азербайджан, Украина, Россия и Грузия, подчеркивают готовность Анкары работать на благо всего региона и мира в целом. Основной причиной стремления Турции создать зону мира, стабильности и процветания в регионе являются действия вооруженных группировок, нарушающие покой в этих странах. Поэтому Турция хочет стабильности не только для себя, но и для стран региона. В предстоящий период можно ожидать более тесного сближения с Сирией. В настоящее время у Турции есть стратегические отношения с Азербайджаном, Украиной, Россией и Грузией на севере, а также потенциал для сотрудничества с Ираком и Сирией на юге, несмотря на кризисы в области борьбы с терроризмом. Турция активно стремится занять важное место на международной арене, продвигая политику многостороннего сотрудничества и укрепляя свои позиции как надежного партнера. Под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Анкара целенаправленно работает над созданием мощной сети международных связей, которая будет служить прочным фундаментом для мирного и процветающего будущего. Турецкая дипломатия демонстрирует беспрецедентную решимость и готовность взаимодействовать со всеми странами, вне зависимости от их геополитической позиции. Бриллиант Исламова, CBC.